Салют, мой дорогой зритель! И сегодня у нас на обзоре механическая клавиатура от компании Red Dragon. И зовется наша красотка Red Dragon Varuna. На русскоязычном ютубе практически нет ни обзоров, ни распаковок с этой клавиатурой. И я решил, а почему бы и нет. А давайте! Клавиатура поставляется в картонной, что естественно же, коробке, на которой написана вся инфа об этой клавиатуре. Внутри нас встречает сама клавиатура, мануал и документация, и маленькие щипчики для извлечения кей-капов. Внешний вид клавиатуры классный. Он не такой минималистичный, как у прошлой клавиатуры от компании MotoSpeed CK104, так как здесь имеются небольшие рамки, но в любом случае клав смотрится красиво. Она чуть больше, чем MotoSpeed, но она меньше, чем клавиатура от Razer Black Widow, которая. Сборка клавиатуры отличная. Здесь никаких люфтов, поскрипываний, ничего такого нету. Ход клавиш очень классный, так как здесь стоят OTEM-овские блюсвичи, такие же, как и стояли на той же MotoSpeed CK104. Ну, OTEM это что-то типа аналогов от черевских свечей, но подешевле. Но ход и отклик клавиш примерно такой же, как и на CK104. Но хорошие механические OTEM-овские свечики. Клавиши довольно громкие, и здесь можно спорить бесконечно. Здесь люди делятся на два типа. Те, кому нравится звучание механической клавиатуры, и те, кто просто впадает в бешенство, когда слышат эти щелчки. Но на самом деле мне такие щелчки нравятся. Но будьте готовы, если вы собираетесь поиграть на этой клавиатуре в то время, когда кто-то собирается принимать сон, будьте готовы, что в вашу сторону полетит немало бранных слов. Ладно, я еще поиграть хочу! Ну это механика, ма! Сама выключай! В клавиатуре также имеются мультимедийные клавиши, перемотка, play, пауза, прибавление, убавление громкости, вот эти все педали. И также немаловажный момент, здесь есть отключение клавиши Windows, чтобы вас просто-напросто не выбросило на рабочий стол просто по случайному нажатию по этой клавише, потому что она постоянно по ней попадаешь, либо на Ctrl, когда ты пытаешься присесть, либо на Alt. Вот бесит, когда ты просто вылетаешь на рабочий стол, а там какой-нибудь происходит замес. В этой клавише имеется неотъемлемая фишка этой клавиатуры, это подсветка. И здесь опять же люди делятся на два института, так сказать. Те, кто кайфует и прется от того, что у них их гаджет подсвечивается яркими сочными красками, и те, у кого начинает дико бомбить при виде вот этого всего. А лично знаю людей, эти два типа, которые привыкли работать за клавиатурой, которая нифига не подсвечивается, и их начинает колбасить, когда они садятся вот за такую клавиатуру. И также люди, друзья мои, которые наоборот кайфуют от того, что у них светится мышка, клавиатура, вот для таких людей вот эта клава зайдет. И здесь, по-моему, 18 режимов есть переключения свечения ваших светодиодов. И на самом деле, вот если сравнивать CK104 от MotoSpeed, здесь как-то более плавная, что ли, пульсация, на мой взгляд, мне показалось, более какое-то мягкое движение светодиодов, в отличие от CK104. Там какое-то все более дерганное, что ли. А вот чего тут хотелось бы иметь, но здесь этого нет, это подставка под руку. Вот чего они сюда ее не положили, непонятно. То есть ее вообще тупо в комплекте нет. И когда вы поиграете, ну, часика 2-2,5-3, рука начинает уставать. Вот с той же самой CK104 была подставочка, и было прям замечательно все. Здесь этого нет, и будьте готовы, что рука через часа 3 у вас точно будет уставать. Нужно делать небольшой перерывчик. А вот картина с подставками здесь очень даже ничего. То есть даже в отличие от той MotoSpeed CK104, здесь клавиатура держится как в сложенном, так и в разложенном состоянии за счет того, что на вот эти ножки нанесли резинки. Не знаю, почему в MotoSpeed они этого не сделали. И за счет этого клавиатура хорошо держится в обоих случаях. В MotoSpeed все-таки немного ерзало, когда в разложенном состоянии там не было резинок. И также с этой клавиатурой
клавиатурой вы можете установить программное обеспечение, в котором вы можете настраивать как макросы для удобства в игрушках, так и ту же самую подсветку регулировать, если вам влом через FN клавишу все это делать. И, в общем, вот такая клавиатура. Да, что касается кабеля, кабель здесь, кстати, хороший, мягкий, податливый. И, в принципе, проложить его будет вообще легко. То есть он хороший, послушный, с легкостью проложите так, как вам надо, и туда, как вам, как говорится, хотите. Вот такая вот клавиатурка. Знаете, как есть и минусы, так и есть и плюсы. Отличие, вот, например, от той же CK 104, это то, что здесь более какая-то яркая и, как бы сказать, более мягкая, плавная подсветочка. Какое-то отличие от клавиш я бы не сказал, потому что и там, и тут стоят тотемовские блю-свечи. Разницы, ну, практически, да никакой нет, те же свечи. Минус единственное, что нет подставки. Вот рука за 3 часа работы устает. Вот это прям чувствуется, небольшой дискомфорт. И как бы вот такая же клава. И забыл сказать, да, здесь есть еще также стоки, если вдруг на вашу клавиатуру попадает вода. Но это та же самая история была и с MotoSpeed CK 104. Вот так, вот такая клавиатура. Что думаешь ты по поводу данной клавиатуры? Пиши в комментариях под видео, мне будет интересно почитать твое мнение. И не забывай скидывать в предложку в паблике что-нибудь интересненькое, чтобы я заказал, и мы на этом столе, на столе канала Распаковка 2 Паковка, посмотрели этот интересный гаджет, а может и не гаджет. Пока! Кот, ну что это такое? Ну какая клавиатура? Клавиатура. Ну какая зрелая. Что не нравится? Что, не нравится? Мне не нравится. Кот, это геймерская клавиатура. Гул. Не гейская, а геймерская. Гул. На, забирай. Не надо, мне не нравится такое. На, забирай, тебе подарок на Новый год. Ты что, дурак, что ли? Ты что, не понимаешь? Не надо, не надо, я тебе подарок. Слушай, я не нельзя, я тебе не надо. На, забирай на Новый год, тебе говорю. Оставить меня, что ты слишком...